В нефтепромысловом управлении имени Серебровского, Баку, принят ряд практических мер по предотвращению загрязнения моря нефтью. Здесь вся добытая нефть вместе с пластовой водой подается по трубопроводам на берег на деэмульсионную установку. Происходит отстой нефти от воды последовательно в двух резервуарах. Далее эмульсия пропускается через подогреватель. После подогрева происходит окончательный отстой нефти. Нефть откачивается в товарные резервуары. А вода поступает в нефтеловушки, где улавливаются остатки нефти. Затем сбрасывается в обвалованный бассейн. Раньше отделение нефти от воды происходило на месте добычи. Воду, загрязненную нефтью, сбрасывали в море. На нефтяных камнях и по сей день продолжают сбрасывать в море пластовую воду, загрязненную нефтью. А во время шторма, когда к причалам нефтяных камней не могут подойти танкеры, и все емкости переполняются, то нефть льют прямо в море. Мы шли на морском буксире от банки Макарова, и на протяжении 30 километров тянулась полоса нефти на воде. Она нас привела прямо к нефтяным камням. Мы возмущались. Возмущалась команда буксира. А нефть переливалась на морской волне.